Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня опять для вас принес новая информация. Это тоже классическая информация. Люди, которые камнем занимаются или не занимаются, они не понимают там, какие качества, какие там вещества бывают, которые полезны или не полезны, эффекты есть, или какие там есть, которые камень и вещества там внутри камня бывают, которые отрицательные эффекты есть для здоровья. Вы, может быть, это для жизни не хорошо. Это опасное дело. Поэтому не сколько камней, я буду вам здесь объяснить, какие камни есть внутри там вещества, какие не положительные эффекты есть для вас. Они опасны для вас, для здоровья. Если вы используете снутри, на парашка какой-нибудь камень сделаете или кушаете, например, это только пример задают, чтобы если такой ситуация бывает, человек кушает вот этот камень без какой-то причины или думает, что какое-то заболевание мы можем лечить через снутри использование. Это невозможно, это не так получится, и потому что несколько камней есть, там вещества, которые токсическое бывает. Это вы не можете использовать вот так же. Если вы будете носить, там как, никакой отрицательный использование или там отрицательный эффект есть. Вы можете использовать, потому что через носить вот этот камень, который будет полезный эффект для вас, это совсем другой преимущество, совсем другой там действуется есть. Поэтому это сравнительно очень нехорошо для вас, чтобы вы использовали снутри, если кушаете вот эти камень, на любую форму, любую ситуацию. Потому что несколько камень есть там, где это вещество токсическое бывает. Например, здесь я рассказываю, что там амазонит, который есть копер есть внутри, если вы будете кушать, вы уже понимаете, что вещества, которые камни обмывают или другой формы, или одна форма бывает, они уже есть у них там какой-то специальный там процент есть там, которые внутри токсические эффекты есть. Если немножко вещества такие бывают, у них много там какой-то токсическое процент бывает. Поэтому только осторожно как-то, как раз вы будете использовать внутри использования. Амазонит, это есть копер внутри, который отрицательные эффекты есть для здоровья, для жизни, вы так тоже думаете. Еще энджелит, это камень есть, у них есть симметрия джипсом, и это тоже нехорошо для здоровья. Еще эквамарина есть алюминием. Алюминием тоже отрицательный эффект есть для здоровья, если вы будете внутри использования. Азурит тоже копер есть. Потом еще черная турмалина тоже есть. Алюминием внутри вещества, который отрицательный есть эффекты для вас. Еще там есть селестит, камень, есть там внутри стронтрием, и крисокола тоже есть, у него копер есть внутри, это тоже отрицательный эффект есть для здоровья. Еще синабар, это тоже бывает там меркурий, там вы это можете не кушать, потому что это тоже там отрицательный, токсический эффект есть. Если изумруда мы будем обговаривать, это тоже там алюминием есть внутри. Флюорит, это тоже есть флюорин, это тоже токсическое вещество. Гарнет есть алюминием, это тоже токсическое вещество. Не может использовать прямо так же, как внутри использования. Гематит тоже. Гематит тоже называется, там тоже токсическое вещество есть. Иолит тоже алюминием есть. Лабрадорит тоже есть алюминием. Вот такие несколько камней, которые вам объяснил.
Вотакі камні, якщо ви будете знутри тіла використовуватися, і для вас буде дуже плохого ефекту для вас. Но поэтому я объясню, что многие люди там занимаются с этим, которые кальцинит сделают камнем и используют для заболевания. Для заболевания вы только такой серьезный можете использоваться. Только если вы будете носить, это есть положительный эффект для вас. Вы можете без проблем использоваться, вам будет угодно, вам будет удобно, и вам будет положительная полезная эффекты для вас. Поэтому только надо носить и не надо снутри использования. Это может отрицательно для вашего жизни, для вашего здоровья тоже. Также. Но, дорогие друзья, я думаю, эта информация для вас очень хорошо будет, и вам будет это полезно, если будете информацию вот такой получить. Вот такие дела есть. Если вы хотите дополнительную информацию получить, вы можете связываться со мной на комментах тоже. Еще если вы хотите покупать от нас какие-то реальные, дешевле и качественные камни, вы можете связываться через комменты тоже. Мы будем отправить, где вы находитесь, везде в мире, можем отправку это сделать через курьера. Спасибо, до свидания, увидимся на следующем видео.